Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить, блин, анабиоз чуть не сказал. В прошлый раз я зафейлился, сказал амнезии, так народ там уже поднял насмех. Народ у нас, блин, не терпит ошибок, судя по всему. В этот раз я чуть не сказал анабиоз. Но проходим эфир, все так же гоняемся за Феттелем. Мне уже надоело в начале каждой серии это говорить, но мы все так же гоняемся за Феттелем. Задача у нас прежняя. Прошли по каким-то лабораториям, толстячок нас опять кинул, и мы двигаемся дальше по помещениям технического обслуживания. Что-то здесь темно и страшно. Мигает свет. Судя по всему, разработчики опять нагнетают страха. Двери закрыты. Идем дальше. Запишемся, пожалуй. Толстячок, скотина. О, чудесно! Снова ты! Видишь кнопочку? Гадай, что она делает? Скотина толстая. Ну, он не толстый, у него кость широкая просто. Так, ладно. Надо что-то с тобой делать. Давай. Хорошо, наконец. А? Что на это скажешь? Поганец. Так, тут у нас закрыто. Подлечимся. Раз аптечек все равно дают столько, что... Так, лифт офлайн. Что же делать тогда? Эта дверь у нас не открывается. Оттуда мы пришли. Да. Это, очевидно, не сработало. Придется возвращаться, видимо. Хотя я не помню, чтобы там был какой-то ход. Или эта дверь теперь откроется? Хрен бы там. Так, блин, а что тут делать-то? Да. Задачка. Тут ничего. У нас пуля непробиваемая. Что такое? ТПС репорт. Что-то непонятное. Тут у нас ничего. В этой стороне, видимо, все-таки делать нечего. Попробуем еще раз нажать сюда. Открыть тут. Но опять же тупик. Это печально. Видимо, нам придется возвращаться сюда. Хотя я не помню, чтобы тут был какой-то проход. Непонятно. О, да, вот эта штука исчезла. Этого раньше тут не было. Вернее, это было перекрыто. Так, спрыгиваем. Мы, похоже, оказались на нужной стороне. Да-да-да. Там мы расстреливали. Ты меня пугаешь так, решетка. Джигурда. Что тут можно сделать? Взять аптечку. Собственно, все. Больше тут делать нечего. Можем взять гранаты. Фугасные. Хотя, честно говоря, они мне пока особо не пригождались. Но может просто пока. Так, здесь работают видеокамеры. В отеле действует мера автоматической защиты. Неопознанные нарушители ликвидируются на месте. И это радует. Этого... Тихо, ты где? Откуда у нас страшные звуки? Понятно. Так, ну что?
Давайте используем. И уходим за угол. Да ёлки-палки, что ты так садишь? Блядь, твою мать. Ой-ой-ой-ой. Блин, вот напулял-то мне. Навтыкало полную жопу огурцов. Ты спряталась? Или ты взорвалась, я не понял. Можно было, конечно, с ней не воевать. Ну да ладно. А что такое? Выключение электроэнергии. Видимо, она тоже бы выключилась. Ну да ладно. Прошли чуть-чуть корявенько, но тем не менее мы прошли. Запишемся. Сохранения, кстати, какие-то долгие. Тут у нас что за аппарат? Давайте почитаем, что у нас на компьютерах так, есть. Так, насчет Феттела кое-что прояснилось. Оказывается, он появился на свет в рамках программы «Источник». Там он и был вторым прототипом. Первый оказался неудачным, а третьего не было вообще. Проект закрыли. Как это неудачно? Это не тешит мое самолюбие отнюдь. Так, микроскоп. Аптечка. Аптечка — это хорошо. Нет, не надо. Неинтересное место, неинтересное. Пойдем лучше отсюда. Ох, не нравится мне это. Темно. Темно и страшно. Страшно по большей части от того, что... Добрый день. Как ваши дела? Так, гранаты с дистанционным управлением. Раз тебе. Вот тебе два. Все нормально. Пиши письма. Ты живучий какой. Тихо. Давайте еще. Мне понравилось. Блин, успевает спануть, а? Бешеный какая-то. Пиши письма! Наконец-то пригодились мне эти гранаты с дистанционным взрывателем. И это очень хорошо. Так, куда идти? Подлечиться первым делом. Тут у нас тупик. Тут у нас... Что у нас тут? Тут у нас ничего особенного. А, здесь можно было пройти. Здесь практически, похоже, каждую турель можно обойти какими-то тайными путями. Но мы действовали в лоб. Что, конечно, не умно. В принципе, ладно. Так было интереснее. Аптечка. Аптечка, хорошо. Ой. Так, ладно. Это мне уже не нравится все. Это все плохо кончится. Эй, ты как меня задела? Так. Бежим! Бежим! Нахер с того воевать? Из тебя даже кровь не течет. Никакого профита. Так. Вот сюда мы пойдем. Хорошо. Еще аптечка. Еще броня. А то меня это покусало. Турель. Запишемся.
и двинем дальше. Ой, блин, да что ж такое? Видимо, придется все-таки тебя расстрелять, что ли? Так, хорошо. Что делать дальше? Нам, видимо, в ту дверь. Бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Ну и хрен с тобой. Так, что здесь? Здесь дверка. Но, судя по всему, ничего полезного, кроме аптечки. К аптечкам я уже отношусь как к какой-то обыденности. А что здесь интересно за опыты проводились? Хоть какие-нибудь дневнички бы лежали, чтобы прояснить ситуацию. Интересно же. Так, еще компьютер со скринсейвером фирменным, армахемовским. Так, ну что, где ты? Вот и ты. А мы пойдем сюда. А мы пойдем на север. Блять, опять. Что ж такое? Так, ладно. Блин, дверь закрыта. Вот только этого не хватало. Блин, да с тобой воевать себе дороже. Бежим, 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 бежим. Блин, я не понимаю, что опять тут оказался, что ли? Да пошла ты в жопу. Короче говоря, по-хорошему у нас не получится, придется воевать. Так, сейчас маленько пыль уляжется и стрельнем в эту мину. Скорее всего, поможет нам. Блин, тут пыль, похоже, не уляжется. Нет, все хорошо. Запишемся. Что-то это плохо пахнет. Эти турели треплет мне нервы. Так, ты где, мина? Судя по всему, не сильно помогло. Но тем не менее помогло. Так, что у нас здесь? Здесь у нас стол секретарский. Блин, я маленько запутался, тут все помещения похожи. О! Это что ли? Так, блин, не было бы сейчас армированное стекло, ты бы у меня... Ты бы у меня за все ответил. Блин, открывайся. Эх, печаль. Свалил, урод, свалил. Блин, опять открытое пространство. Наверняка опять турель какая-нибудь вылезет. Это будет не очень хорошо. А, довольно запутанная архитектура, кстати говоря, у этих помещений. Все они похожи друг на друга, как две капли воды. И запрыгнуть тут легче легкого. Так, тут я, видимо, не запрыгну. Это не Half-Life, где можно в прыжке присесть. Вот твою мать. Ладно, уходим сюда. О, а нет, блин. Я тут уж обрадовался. Что это они в воду подмешивали? Или не они? Что это вообще? Не зря же Феттель был на той водоочистной станции. Что-то там было нечисто. Какие-то вещества были подмешаны. Но какие цели при этом преследовал, собственно, Феттель, непонятно.
Так. А судя по всему, не сюда. Давайте пойдем. А, я знаю, куда я приду. Понятно. Там как раз у нас была одна такая. Куда хрен попадешь? Тихо. Блять, ну опять что ли эти ниндзя? Так, где турель? Блин, напылил, ни хрена не видно. Хорошо. Надо бежать. Причем надо бежать туда и надо бежать быстро. Нормально. Блин, все нацепляет, а? Сыпанула скотина. Так, а что у нас там? Да блин, ты чё? Ты посмотри, а какая скотина. Хорошо. Блин, я уже все аптечки на... Да как ты прошибаешь-то, ёлки-палки. Все аптечки уже сожрал на ней. Ладно, хрен с тобой. Еще сюда успел пришить. Бешеные турели, обалдели совсем. Очередной труп. Чего труп? Это эта тварь, что ли? Вот только тут у вас не хватало невидимых. Так, ну вроде тихо. Это просто похоже было. Да хватит, успокойся там наверху. Похоже, скрипт просто сработал. Так, тихо, осторожно прибираемся. Фонарик здесь, конечно, по большей части бесполезный. Настолько бесполезный, насколько это вообще возможно. Так, тут я был, тут я бегал. Привет, бешеная, постреляй меня. А нет, она в режиме поиска. Search and destroy, как говорится. Можно было бы ее как в Deus Ex. Не знаю, кстати, в новых частях будет такая возможность или нет. Но тем не менее, в первых Deus Ex была возможность перепрограммировать. Тихо, тихо. Кто где? А, ну ладно. Была возможность перепрограммировать турели и боевых роботов. Так что они просто в потроха, в потрошину рвали ваших врагов. Вместо вас. Ага. Это то, что я думаю? Или это просто солдаты? Сейчас узнаем. Твою мать. Конечно, не остановить. Так что, все, тишина. Это хорошо. Так, ну и ребята, я думаю, на этом мы прекратим. Увидимся в следующей части. Пока.